Драгоценный стаж семейной жизни и четверть и полувековая история любви. В Бендерах чествовали золотых и серебряных юбиляров. Теплые слова поздравлений прозвучали в адрес трех бендерских семей. Михаил и Галина Стамовы вместе полвека, но по-прежнему смотрят друг на друга влюбленными глазами. Познакомились 50 лет назад на свадьбе друзей и с тех пор не расставались. В день города семейная пара отмечает свой золотой юбилей. Поздравить их пришли родные, друзья, представители госадминистрации. Подарок от главы города – цветы и сертификат в магазин «Хай-Тек». Только крепкое и искреннее чувство способно пройти эту проверку. Немногие могут похвастаться тем, что дошли до этой отметки. А вы, полвека прожив в любви и согласии, сумели сохранить свое чувство. Чувства супруги действительно сохранили, а секрет счастливой семейной жизни они считают только в любви, верной и преданной. Я работал в то время по мастерам на шелком, там девочек было море. Ну, она в автопарке, мальчиков много, но почему-то наоборот влюбились. Понравились друг другу. А знаете, чем старше, тем любовь крепче. Как-то, знаете, молодые еще не все как-то осознаем, бывает все, там что-то лишь спылили. А чем старше, там как-то ближе, все ближе. Умение любить, ценить и уважать свою половину родители передали своим детям. К слову, через неделю их старший сын тоже отмечает знаменательную дату – серебряную свадьбу. Горько! Горько! Свой золотой юбилей Владимир и Мария Земсковы отмечают всем двором. Они тоже прожили в браке 50 лет, вырастили троих детей, сейчас помогают воспитывать пятерых внуков. Я хочу сказать, что дети держат семью, дети и внуки. Потому что думаешь, а как дальше, а как тот, а как вырастет тот поочередно. У Светланы и Сергея Грек тоже двое детей. Их семейный союз пока еще не перешагнул золотую отметку. В день рождения Бендер они отмечают свою серебряную свадьбу. И снова секрет семейной жизни в любви. Это любовь обоюдная, прежде всего. Потому что если один человек любит, другой нет, долго союз не продлится. У нас очень обоюдная любовь. Эти 25 лет принесем эти чувства до конца. Такие семейные союзы – золотой фонд города. Говорят о юбилярах сотрудники ЗАГСа. В последние годы их не так много, и все же молодоженам есть у кого поучиться. Эти пары расписываются у нас в ЗАГСе в почетные книги золотых и серебряных юбиляров, оставляют свои памятные фотографии. И поэтому у нас отношения складываются семейные и с ними. Город маленький, мы друг друга почти все знаем, и нам особенно приятно быть сегодня в гостях у этих семей и видеть их счастливый взгляд. У каждой такой семьи свой секрет счастья, и они не делают из него тайны. Просто надо уметь любить, а еще и горе и радость делить пополам. Наталья Сучкова, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.